Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. В ефірі програма «Хліб насущний». Перед мікрофоном Олексій Волченко. Можем ли мы искушать Бога? И если можем, то как? Бог, конечно, не искушается, но это не значит, что мы его не искушаем. Так если мы искушаем его, как мы его искушаем? Исход 17 глава, 7 стих. «И сказал Моисей, и нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». Вот в чем мы ежедневно искушаем Бога. Искушение Бога, когда ты попадаешь в ситуацию, и ты один. Когда ты один с болезнью, с немощью, с трудностью, когда ты один в сердце своем, ты искушаешь Бога. Когда тебе страшно, это значит, что ты искушаешь Бога. Потому что боязливых участь в озере огненном. Почему боязливых участь в озере огненном? Потому что одни, одинешеньки. Искушение Бога – это сомневаться, что Бог рядом с тобой. Если ты сомневаешься, что Он рядом, значит, ты сомневаешься, что ты часть Его. Значит, что ты сомневаешься, что Он творец, а ты творение. Что Он лоза, а ты ветвь. Что ты отрубленная ветвь. Отрубленные ветви бросают в огонь. Искушение Бога – это думать, что можешь ты существовать отдельно от Бога, самостоятельно. Какая-то ситуация, что делать? Ты принимаешь самостоятельное решение, ты искушаешь Бога. Когда ты принимаешь решение, когда ты сам по себе буду как Бог, Бытие 3:5, вы будете как боги, сатана говорит, вы будете как боги, вы будете сами принимать решения, определять, что хорошо и что плохо, как делать и когда делать. Когда вы будете сами, вы будете как боги. Вот этим самым самостоятельностью своей мы искушаем Бога. Когда мы сами по себе, когда мы не часть Бога, когда мы не творение, когда мы сомневаемся в самом источнике жизни, который и дал нам жизнь. Деяние 17 с 26. «От одной крови Он произвел весь род человеческий, предопределив пределы и времена их обитания». Для чего? Для того, чтобы они искали Его, не найдут ли, не ощутят ли Его, ибо мы им живем, движемся и существуем. Мы им живем, движемся и существуем. Мы сами не можем жить, двигаться и существовать. Колоссянам 1:17. Он есть прежде всего, и все им стоит. Ты не можешь ни вздохнуть и ни выдохнуть. Это Он повелел, чтобы ты вздохнул и выдохнул. И твое сердце бьется Его волею, не твоею волею. И твое зрение фокусируется, и мозги твои работают, и пищеварение, и нервная система. Это Его волею, это не твоей волею. Это Он повелел и стало. Ты этим не управляешь. Ты творение, Творец Он. Иова 12:10. «В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти». Это Он творит твое тело, твою жизнь, твои мысли, все Он созидает. И если не в Его руке всякая жизнь, то тогда вообще можно предположить,
что человек и от обезьяны произошел, если не от него. Если можно предположить отдельно человека от Бога, то тогда, конечно, может и от взрыва, ну, чего-то там произойти. Если человек не творение Творца, Бога, то он может творением чего угодно, обезьяны. Вот откуда это взялось. Это самый страшный грех, чтобы мы понимали, это отступление, которое пришло, 19 век, он золотой век для мира, для плоти, 19 век. Но это самый темный век для Бога. Я раньше этого тоже не замечал, но до спасения я увлекался той же философией и читал Марка Аврелия, и думал, Марк Аврелий – это просто для меня был герой, потому что он был римский император, и он написал потрясающие философские трактаты. Потрясающие. И только недавно, я год назад вместе с вами узнаю, что именно при Марке Аврелии были самые тяжелые смерти, пытки христиан. Именно он это приказал. Именно при Марке Аврелии, который с точки зрения мира самый нравственный. И 19 век с точки зрения мира золотой век. Но этот золотой век и породил гуманизм. И обезьяну, что человек через Дарвина стал, через обезьяну стал человеком. Это самое страшное искушение Бога. Это и есть искушение Бога, когда произошел человек не от Бога, и не им живет, движется и существует. Это страшно. 2 Фессалоникийцам 2:3. «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». То есть придет прежде отступление. И это отступление произошло. Оно уже произошло. И будут войны, глады, землетрясения. Вы знаете, что войны уже произошли? Две самые большие войны. В Первой мировой войне умерло людей больше, чем за все вместе войны взятые до Первой мировой. Во Второй мировой войне умерло людей больше, чем за все войны вместе взятые плюс Первой мировой войны. То есть это уже произошло. Доколе не придет отступление. Отступление было огромным. От обезьяны, дарвинизм. Это и есть отступление, это искушение Бога. И сейчас церкви ортодоксальные и плюс уже и протестантские не отрицают дарвинизм. Это отступление уже приходит. И приходит в церквях, не в людях, а в церквях. И искушение в чем? Что человек может быть сам. Он вздохнуть не может и выдохнуть без Бога не может. Псалом 9:25. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, и во всех помыслах нету Бога». Пренебрегает – это отвергает, это презирает Господа. Не взыщет. Взыщет можно перевести и таким образом – не заботится и не печется. И во всех помыслах нету Бога. Не то, что нету там Бога. Да где-то есть вселенский разум. Со мной рядом, внутри, снаружи нету Бога. Я сейчас сам. Как только ты сам по себе, вспоминай Бытие 3:5. Будете как Боги, сами по себе. То есть тогда, когда мы находимся сами по себе, без ощущения, без части, что Он часть твоя, ты часть Его. «Возвратитесь, дети, отступники, я сочетался с вами, вы часть моя, я часть ваша». И что сделал Иисус? Возвратил детей к Богу. И мы соединились, как раздрозненные части внутри, в сердцах наших мы сделались одно, чтобы никогда вы не были одни. Псалом 9:32. Говорит сердце свое, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Поэтому и грех. Бог, он там, где-то в Израиле, где-то в Америке, да, есть, наверное, да. А тут у меня же нужда, деньги, война, страна, ужас, все. Бога нету. В Америке есть, а у нас нет. И этим самым мы искушаем Бога.
Иезекииля, 8 глава, с 9 стиха, наверное. Бог говорит пророку: ты пойди, посмотри, что там делается. На отвратительные мерзости в Иерусалиме. И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей и старейшин дома Израилева стоят перед ними, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Вот это и есть искушение Бога, когда мы говорим, когда все плохо, уже голод, уже страшно, но когда мы в сердце говорим: оставил нас Господь, искушение Богу. Никогда Бог не оставляет. Никогда. Ты часть Его, Он часть твоя. Любовью вечную Он возлюбил тебя. Не оставлю я тебя, не покину. Не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Итак, старейшины начали грешить и поклоняться идолам, потому что начали думать, что Бог их не видит и что Бог их оставил. Причина идолопоклонства – если Господь не помогает, молитва исцеления не помогает, пойдем к бабке. Причина идолопоклонства и впадания в грех только тогда, когда ты в сердце своем сказал: нету со мной Бога, оставил меня Господь. Иезекииля 9:9. Нечестие дома Израилева Иудина велико, весьма велико. И земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь. 10 стих. Зато и мое око не пощадит, и не помилую, и обращу падение на их голову. За что? За то, что они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь. И это нечестие велико и весьма велико только потому, что ты сказал, что оставил Господь меня, оставил мою семью, оставил мое здоровье, оставил меня, у меня проблемы, у меня нет откровения, у меня нет покоя Божьего. За это что произойдет? 10 стих. Сразу вспоминать 10 стих, что с тобой произойдет, если ты говоришь, что нету Господа, что Господь оставил, что я в этой стране, что у меня нужда, что у меня дети, у меня родители, у меня квартира, у меня все плохо и все болит. Если ты так скажешь, то смотри, что будет в 10 стихе. И как называет это Господь в 9 стихе? Что нечестие твое весьма велико. Весьма велико, когда ты говоришь, что оставил тебя Господь. Иакова, 1 глава, с 12 по 15 стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. То есть в этом испытании проверяется твоя вера, на кого ты уповаешь. Ты на себя уповаешь здесь, сейчас, или ты на Бога уповаешь? Вот в этом испытании. И ты будешь блажен, когда ты будешь испытан, и в испытании своем ты не будешь говорить: оставил меня Господь, а жив мой Господь.
И я увижу, как мои глаза, не чужие, увидят, как Он восставит распадающуюся плоть мою. И что Господь приготовил трапезу в виду врагов моих. Вот эти все враги, болезни, немощи, нужды, трудности, сложности. И все, кто хотят меня убить, эти враги. Но Господь приготовил мне трапезу в виду врагов. Вот так будет испытана вера твоя. Или как Сидрах, Месах и Авдинаго, они не побоялись. Мы не поклонимся истукану. Бог со мной, Он во мне, Он со мной не оставит и не покинет. В печку, так в печку. Бог всегда с тобой. И поэтому блажен человек, который пройдет это испытание. И в искушении никто не говорит: Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Бог никогда никого не покидает и никогда никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть, увлекаясь, обольщается самим собою. Я тут решу, я знаю, как надо сделать, надо идти туда, надо заплатить. Я знаю выход. Бог не знает, а я знаю. Получаем следующее. Похоть же, зачав, рождает грех. Грех, Бытие 3.5, будете как боги, это грех. А похоть, я сам. Попал в ситуацию, тебе сразу по плоти или по духу? По плоти или по духу? По духу это надо: Господи, да будет вся воля Твоя, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Ну, как за все благодарить, тут на меня такие дела. Тяжело благодарить за это. Или Римлянам 8 глава. Любящим Господа, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Ну, какому же это благу? Это же не благо. Это атака сатаны. Надо что-то делать. Молюсь, ничего не получается, идешь сам. Искусился. Похоть, похоть плоти. Похоть плоти – это я. Похоть плоти – это просто я. Это мое мнение. Это моя позиция. Это я так думаю. Я так считаю, я знаю, я уверен. Вот это похоть плоти, и она рождает грех. Грех – это когда ты уже самостоятелен полностью. Я сам рождаешь смерть. В тот же день умрешь. Как только ты съешь от этого плода, в тот же день умрешь. Как только ты сказал «я сам», все. Как только ты помыслил сам от себя, как Бог, это значит, ты согрешил. А если согрешил, то остался без Бога. Остался без Бога, значит, умер. Еремия 17 глава, с 5 по 8 стих. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опору, и которого сердце удаляется от Господа. То есть, когда приходит искушение, как только ты решил «я сам», твое сердце удалилось от Господа, ты разделил себя от Бога. «Я сам, я знаю, что мне надо делать». Сердце такого удаляется от Господа. Когда не уповает на Бога, а уповает на себя. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. То есть для такого человека вся жизнь – это сплошное горе. Ну, просто замечай за собой. И если у тебя одна проблема за другой проблемой, тут исцелился, тут с деньгами, тут с нуждой, тут с детьми, тут опять с деньгами, тут опять заболел. Посмотри внимательно на 6 стих. Почему? И не увидит, когда придет доброе. И наоборот. Благословен человек, который надеется на Господа. В своих болях, в своих страхах, в своих нуждах, в своих обстоятельствах, в своей семье, на работе, со своим кошельком, со своей медицинской книжкой. Который надеется на Господа, у которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока, и не знает оно, когда приходит зной. И лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.
И наоборот, тот, кто уповает на Господа, тот даже не знает. Ну как же не знает? Посмотри, он нуждается, у него там ботинки дырявые, вода там. Ты со своими новыми ботинками в таком горе, страхе и ужасе, а он в дырявых ботинках радуется Господу и славит Иисуса Христа. Внешние обстоятельства не формируют твою жизнь. Изнутри, из сердца исходят источники жизни. И поэтому больше всего хранимого храни свое сердце. Потому что из него источники жизни. А не в новых ботинках источники жизни. Итак, искушение. Искушение Бога. Когда мы искушаем Бога, мы не грехами искушаем Его. А мы искушаем Его неверием, что Он рядом, что Он здесь. Грехи – это всего лишь результат неверия. То есть мы совершаем грехи, потому что Он не видит. Ну, раз Он не видит, то я искушаюсь и делаю грех. Если Его рядом нету, то, конечно, я грешу. Грехи – это плоды неверия. Если Его рядом нету, то кто-то другой рядом. Как вы думаете, кто другой рядом? Значит, ты дал место дьяволу. Если ты говоришь в сердце своем, что нету Бога рядом здесь, ты не отрицаешь Бога, что Он в Америке или в Антарктиде или в Небесном Царстве. Но если Он не здесь, вот рядом, ты дал место дьяволу. Просто ты закрыл перед Господом двери, через которые Он стоит и стучится. Ты закрыл на все замки и отворил двери дьяволу. Как только ты решил, что Бога рядом нету, все. Этим самым ты уже выгнал Бога. Это и есть искушение Бога. Иакова 4:7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. То есть, когда мы с Богом, то дьявола с нами нету. Когда мы с Богом, когда Бог во мне, то во мне нету дьявола. Когда мы с Богом, то тогда не с дьяволом. Но когда мы не с Богом, то тогда мы с дьяволом. Вот и все. Или ты покоряешься Богу, что Он творец всей творения, что ты сокрушаешься, смиряешься, пленяешь всякое помышление и ходишь перед Ним, тогда ты закрыт. Ты под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, подойдут к тебе тысячи, десятки тысяч, падут возле тебя, но к тебе не приблизятся. Почему? Потому что Он в тебе, и ты в Нем. Потому что ты под сенью Всемогущего и под кровом Всевышнего. И даже не важно, что у тебя болит. И есть ли у тебя ботинки или нет, и какой у тебя диагноз, это ничего не значит. Когда мы говорим или думаем, что Бога с нами нету вот здесь, это значит, мы даем место дьяволу в своем сердце. Хотя Бог всегда рядом, Он видит, Он все видит. Но Бог кроток и смирен сердцем. И если ты перед Ним закрыл двери, ломать и ломиться на эти двери Он не будет. 1 Иоанна 3:5. А всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. То есть тот, кто с Богом, тот, кто непрестанно молится, тот, кто понимает и ощущает и ходит перед Ним, тот не грешит. Тот без греха, в того не войдет сатана, того не искусить. А кто согрешает, тот оставил. Тот, кто пребывает с ним, тот не согрешает. Если он всегда рядом, то ты не согрешаешь. Потому что перед ним нельзя согрешить. Потому что он есть свет, он свят, он благ и кровь. Мало того, что он свет, свят, благ, но самое главное – кровь. Потому что попирать кровь, ну, ты не можешь. Ну, не можешь попирать кровь и все, если он рядом. Если его нету, то ты просто делаешь вид, что забыл, ну, потом. Господи, прости, я тут сейчас вот это посмотрю. Когда человек думает, что Бог не видит, или сейчас здесь нету Бога,
то вытекает как следствие, как будто что-то может и происходить без воли Бога. Если я допускаю в своем сердце или в разуме, что нету Бога сейчас со мною в этих обстоятельствах, этим самым я допускаю в своем сердце, что и в этих обстоятельствах, которые происходят, тоже Бога нету. То есть я тогда допускаю, что там в этой ситуации нету Бога. Амоса 3:6. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? То есть если со мной что-то произошло, потому что не было Бога во мне, и сатана меня сковал, атака сатаны, то я, значит, допускаю, что не только во мне не было Бога, потому что пришло бедствие ко мне, но и в городе там не было Бога. Это еще большее кощунство, искушение. Бог везде сущий и везде присущий. И ничто не начало быть, что начало быть. И все стоит им, от него и к нему. Бог все во всем. Не бывает ни одного места, пространства и секундочки во вселенной, чтобы там не было Бога. Ибо все от него, им и к нему. Плач Иеремии, 3 глава, с 36 по 39 стих. «Когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь?» Кто это говорит? «И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от усли Всевышнего происходит бедствие и благополучие». Когда мы в своем сердце допускаем, что что-то произошло, и это произошло без воли или без ведома Бога, этим самым мы говорим, что Он не Бог. Он не везде сущий, не везде присущий, Он не хозяин, Он не творец. Он не Бог. Если хоть что-то происходит без воли Его, если мы так говорим в сердце своем, то мы говорим, Он не Бог. Там что-то произошло по чужой, другой воле. Вот это и есть искушение. Бог все контролирует. Все, что происходит с нами. Все. То, что происходит в стране, в городе, во вселенной, на планете. Бог хозяин всего. И без Его воли ничего не происходит. От того, что ты не понимаешь, это не значит, что это не так. Ты скажешь, так что зло от Бога? Нет, Бог не изменяется. От Него только все благое, угодное и совершенное. Безусловно, от Него только все хорошее. Но просто ты не понимаешь, что это такое. Ты определил своим умом, что такое добро и зло. Это зло, это добро. Откуда это знание? Кто ими управляет? Какой плод мы скушали? Числа 14 глава, 22 стих. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего. Ходил огненный столб, манна с неба падала, вода расступилась, просто вода из камня». И при том, при всем, искушали и говорит, нет Бога с нами. Нету Бога с нами, мы все погибнем. Когда подошли к Иордану, послал 10 соглядатаев, 10 соглядатаев вернулись, сказали, что там великаны живут, сыны Инакиевы, и там земля пожирает живущих на ней. Возроптали все египтяне, говорит, Бог привел нас сюда погубить. Мы тут сами по себе, мы сами, мы остались вообще сами. И сейчас нас убьют эти сыны Енакиевы. И тогда Иисус Навин говорит, только против Господа Бога не восставайте. Он с нами.
Он ведет нас в землю. Это Он, не мы, а Он ведет нас в землю. Бог говорит, как вы носите Сына Своего на руках, так и Я ношу вас. И как искусили евреи Бога? Нету Бога. Мы сами, мы тут в пустыне, вот вообще сами. Вот мы одни вообще. Ни хлеба, ни воды, ни... Вообще какой кошмар, мы сами. Бог уничижился до облака, до столба огненного, в палатку сел, чтобы быть с ними, а мы сами. Исаия, 29 глава, 15 и 16 стих. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа. Которые делают дела свои во мраке и говорят, не увидит нас. И кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он меня сделал? Скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет, он не понимает? Или Иезекииля, 28 глава, 2 стих. Это обращено как к сатане, так и к нашим плотям. За то, что вы свой ум, будучи человеками, ставите наравне с умом Божьим, я поражу вас, говорит Господь. Безрассудство, замысел свой утаить от Господа. Замысел, только замысел. Вот только замысел. Все, замысел есть. Он помышления твои еще видит издали, написано в 138-м псалме. Издали. То есть ты сам определяешь свою судьбу, благословение и проклятие. Пришла проблема. Как ты реагируешь на проблему? Аса не обратился к Господу, а воззвал к врачам. Что произошло? Благословенный, благочестивый царь, между прочим. То есть, когда приходит на тебя проблема, к кому ты обращаешься? Это всего лишь искушение. Сатана тебе говорит, надо, надо вот так решить. Это же очень просто. Да тут легко. Да легко тут. Что тут? Да тут я только позвоню. Да тут недорого. Всего 100 гривен, и мы все решим. Он тебя искушает быстрее и быстрее. Давай поступи по плоти. Ну, быстренько, и мы все решим. И забыли. Безрассудство. В любой ситуации Бог рядом. Предоставь путь свой Господу, и Он совершит. Утешайся Господом, и Он исполнит пожелания сердца твоего. Ищите прежде Царство Божие, и это все приложится вам, что есть, что пить, во что одеться. Всем сердцем полагайся на Господа, не полагайся на разум свой. Ищите Его пути, и Он устроит ваши пути. Мы часть Его, Он часть наша. От того, что мы многое не понимаем, ну и что, что не понимаем? Мы много не понимаем, но как Его мысли выше мыслей наших, так Его пути выше путей наших. Мы действительно этого не понимаем, что с нами происходит. Но как Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Только я знаю намерения вас, которые во благо, а не во зло, чтобы вам дать будущность и надежду». При этом, при всем, Он отправляет их в Иерусалим. Из них половину убьют, половину пойдут в плен в Вавилон. И Он говорит, это я вам даю будущность и надежду. И это только я знаю, вы не знаете, потом узнаете, сейчас не знаете, потом узнаете, что это моя благая, угодная и совершенная воля. А вы сейчас молитесь о том, и Еремию в яму, зубы ему выбили, что он говорит голосом моим, и говорите, что он проповедует зло. А это добро для вас я творю, чтобы дать вам будущность и надежду. И то, что происходит с тобою сейчас, какая бы ни была боль, нужда, скорбь, что бы ни происходило, смерть дышит тебе в лицо, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Возложи все заботы на Господа, ибо Он печется о тебе, ты увидишь славу Божию. Не говорил ли я тебе, Марфа, если будешь веровать, то что? Увидишь славу Божью, если будешь веровать. А если будешь ходить умом своим, он уже 4 дня, как в гробе, воняет. Верующая только что произнесла: «Ты Христос, Сын Бога Живого, верю!»
Это про всех нас. Я такая же Марфа, я точно так же. Потому что есть плоть, и плоть, она искушает. Рядом Христос, вот, прямо сейчас, рядом Господь. Полите камень. Ну зачем? Он же уже воняет. Уже ничего нельзя сделать. Иисус, ничего нельзя сделать. Ты не Бог, ты не всемогущий. Ну, я тебя назвала Христом, Богом, Сыном Божьим. Ну, тут ничего нельзя сделать. А Иисус говорит: Марфа, не говорил ли я тебе? Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Мы искушаем Господа, когда не верим, что Он здесь всегда. Чтобы не искушать Бога, надо всегда знать, Он рядом. Это всегда надо знать, что Он рядом. А что Он рядом, это и есть вера. Римлянам 10 глава вы все хорошо знаете. С 6 по 9 стих. А праведность от веры говорит так. Не говори в сердце, что кто взойдет на небо, то есть Христа свести, что Господь на небе, а я тут на земле. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Близко к тебе Господь через уста. Только скажи. Имя Господа – крепкая башня. Скажет, и Господь всегда ответит. Иеремия 33:3. Воззови ко мне, и я отвечу. Он сразу ответит. Имя Господа – крепкая башня. Прячется в нее праведник и будет безопасен. Как только ты скажешь, что Иисус Христос мой Господь в боли, в скорби, в страхе, в ужасе, то Дух Божий будет с тобою. То Дух Божий созиждет твое сердце и уберет этот страх. Может быть, не с одного слова, но говори 100 раз, Иисус Христос, мой Господь, я дитя Божье. И Он мне пообещал, не оставит и не покинет. И я буду веровать в то, что написано, что Он не оставит и не покинет. Я буду веровать в то, что написано. Как Иисуса Христа сатана искушал, Иисус отвечал, написано, написано. Так и ты отвечай, написано. Он пообещал ли и не исполнит ли Господь? Разве сократилась рука Его? Он обещал, Он и исполнит. Всякое слово Бога живо и действенно. И Он бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось. Как только ты призываешь имя Господа, Господь с тобой, ты изнутри открываешь дверь. Когда ты призываешь имя Господа, ты открываешь двери. И Господь входит и созидает твою жизнь. И что бы ни случилось, неважно, утверждай эту веру. Летишь с 25 этажа, кричи «Слава Иисусу Христу!» Не кричи «Помогите!», а кричи «Слава Иисусу Христу!» И Он тебя вытащит, и ты увидишь славу Божью. Невзирая ни на какие обстоятельства. Падаешь, умираешь, диагноз, что бы ни случилось, Иисус Христос мой Господь, Он не оставит меня и Он не покинет. Вот наша вера. Что бы ни случилось. Но как только мы в сердце своем сказали, ну, я вчера не молился, я на служение не пошел, Библию не читал и съел 4 котлеты. Нету Бога сейчас со мной. Это смертельный приговор для тебя. То есть ты закрыл двери сразу же. Дьявол, здравствуйте, вызывали? Сразу же. Святое место пусто не бывает. Как только дух нечистый вышел из дома, потом вот возвращусь в дом, через недельку возвращается, пусто. О, я так и знал. А как ты знал? Ну, Библию не читал 2 дня, 4 котлеты съел, брата не простил, на соседку бочку катишь и на пастора. Конечно, я так и знал, что ты сам себя сейчас отрежешь от Бога, выгонишь Бога из дома, закроешь дверь изнутри на все засовы и откроешь другую дверь, черный ход для черных духов, злобы поднебесные. Сразу же заходят. То есть искушение, еще раз говорю, это тогда, когда ты говоришь, я один.
что сейчас Бога нет. Все, что делаете, делайте как для Господа. Он всегда рядом. И если ты будешь веровать, что Бог рядом, то ты всегда будешь делать для Него. Если ты будешь веровать, что Он перед тобою, что ты будешь ходить перед Ним, то ты тогда будешь делать то, что угодно Ему. И тогда ты будешь исполнять волю Его, когда ты будешь знать, что Он рядом. И тогда, как Матфея 7:21, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю. Волю – это тогда, когда Он рядом. Когда Он рядом, ты знаешь это в сердце своем, и ты тогда делаешь это перед Ним, а не тогда, когда Он только в уме или в устах. Напрасно чтут меня устами своими, сердце же далеко отстоит. Когда мы только умом и думаем, что мы угождаем Богу, «Отойдите от меня, я не знаю вас». Но когда мы в сердце знаем, что Он рядом, Он всегда рядом, и перед Ним делаешь, вот тогда ты исполняешь волю Его, не умом, а знаешь, просто знаешь, что Он здесь, Он рядом, Он не оставит, Он не покинет. «Если Бог за меня, то кто против меня?» И если Он Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, то как с Ним не дарует нам и всего? Он сейчас здесь, но Он разрешит мою проблему. Я не знаю как, но я верю, что Он просто рядом, и Он разрешит мою проблему. Возложите все заботы на Господа, ибо Он печется о тебе. А когда мы хотя бы предполагаем, ну подожди, 90% это Господь, но 10% я же должен, ну как-то все-таки я участвую. Через 10% пролезет сатана, и ты потеряешься. И потом будешь молиться и взывать, а как же ж так, я же уже и пощусь, и молюсь. Отдайся ему полностью, все передай ему, передай путь свой Господу. Если будешь веровать, то увидишь славу Божию. Давайте доверять Богу и не искушать Бога. Слово Боже – це хліб насущний, якого ми потребуємо кожного дня. Ви слухали програму «Хліб насущний».